Скандал в одном из дворов на Куйбышево. Предприниматели решили благоустроить детскую площадку, как жильцы вдруг заявили, что их детей лишают детства. Правда, таких меньшинство, но тем не менее бунтари грозят судом. Насколько обоснованы претензии недовольных, выяснял городской дозор. Жильцы дома и сотрудники гостиницы, имеющие общий двор, заключили договор о благоустройстве детской площадки. Но едва начались работы, нашлись противники этой реконструкции. Инициаторами перестройки выступили коммерсанты, но поскольку детская площадка находится в собственности жителей, предприниматели предложили провести работы за свой счет. Что мы делаем безвозмездно, что мы не можем коммерчески использовать там под кафе там, или под что-то, да? Что цель у нас просто сделать детскую площадку, посадить цветы. Будущий проект раскидали по ящикам, чтобы выяснить мнение жильцов. Один из сторонников благоустройства, Владислав, чтобы ускорить процесс, пошел по квартирам с разъяснениями. Проявил инициативу, пошел оповещать, так сказать, наших жильцов. Взял, соответственно, проектный эскиз и на нем собрал подписи. Большинство выразило откровенное «за». На основании этих данных председатель совета дома оформила протокол общего собрания и подписала договор. Однако нашлись противники работ, которые посчитали, что на председателя было оказано давление. Теперь они намерены оспорить договор в суде. Мы советом дома не смогли провести собрание и запротоколировать решение, какому принято было, потому что было много разногласий. По словам юристов, закон позволяет оспорить подобного рода соглашения, но для этого нужны веские основания. Можно жаловаться в госорганы, обращаться в суды и так далее. Но необходимо понимать, что при отсутствии нарушаемых прав, при отсутствии каких-либо даже пускай формальных оснований, в иске, в жалобах будет отказано. Противники благоустройства могут оспорить в суде решение общего собрания, на основании которого был заключен договор. Но это, говорят юристы, возможно лишь в случае, если истцы докажут, что не знали о проведении собрания или это решение нарушило их права. Юрий Шумков, Александр Кожеватов. Городской дозор.